Бывают такие дни, когда изучать иностранный язык хочется не только на специальных курсах, но и самостоятельно. Главная трудность, с которой сталкиваются обычно в таких ситуациях, это большое количество информации на незнакомом языке. Сегодня на примере английского мы вам расскажем несколько способов, которые помогут разложить нужную информацию по полочкам. Изучение любого языка лучше всего начинать с базовых слов, которые используются в любой сфере деятельности, будь то обычное общение с другом или поход по магазинам. Количество таких слов обычно варьируется от 300 до 1000. И, кстати, найти такую базу в интернете несложно. Например, сайт «Я люблю английский» даже разбил базовые слова на категории по тематике. Запомнить базовые слова вам помогут обычные стикеры. Использовать их можно по-разному, например, записывать новые фразы и расклеивать на видных местах, маркировать предметы в доме. Яркие листочки будут привлекать ваше внимание, а значит и внимание к иностранным словам. Кстати, способ со стикерами можно использовать и при прочтении книг на языке, который вы изучаете. Просто выписывайте незнакомые слова с переводом, так их проще будет запомнить. Еще один способ, который рекомендуют преподаватели, это музыка. И неудивительно, ведь мы запоминаем слова даже иностранных песен. Слушайте любимых исполнителей и мысленно им подпевайте, имея перед глазами текст. И уже через какое-то время вы заметите, что ваш словарный запас значительно пополнился.